Андрей Васильев сегодня будет нам рекламировать некий предмет, о котором мы сейчас узнаем, видимо. Да, это у нас такой немножко экспериментальный предмет. Да. Давайте посмотрим. Значит, я вот так вот это вижу. Вот это вот экспериментальный? Нет. Ага. Ну, довольно экспериментально. Нет, этот предмет не надо рекламировать. Зрители видят то, что вы рекламируете, а вы нет. Итак, прошу, Андрей Васильев. Единственное, что я могу сказать, что это женского рода, и все. Прошу вас. Ну, понимаете, мне эту вещь рекламирует жена все время. Почему? Ну, причем она сначала рекламирует до того, как она это покупает, да, но еще больше рекламирует после того, как покупает. Но потом, правда, на некоторое время ее пускает антирекламу, когда надо купить новую. То есть я переживаю сеанс антирекламы, да? Скажите, а у кого... Ну, быстро устаревает, короче. Можно такой быстро вопрос? Устаревает. Можно вопрос такой? Да, можно. У кого больше этой вещи, у вас или у жены? А что там, моего-то ничего нету вообще? У вас, значит, нету, но чуть-чуть есть. Скажите, а вообще по половому признаку надо как-то различать в магазинах ее? Ну, это, опять же, то, что... это, ну, вот в Англии она... к одному полу относится, да, ну, в англоязычных странах, да, в немоязычных странах, вот, к мужскому полу, да, а в русскоязычных странах, ну, к еще одному полу она относится. А сколько всего полов? Можно такой вопрос? Это в каждой стране, знаете, мы тут привыкли к трем полам. То есть это вы считаете вещь, родам. Андрей, вот вы как представитель, не будем уточнять, чего, но вы считаете, что эту вещь можно продать, да, или купить вот так прям? Ну, вот российская вещь эта, она не продается. О! Вот молодец сейчас. Прям всплакнул. Ну, держитесь. Бурными овациями, так сказать. Но у жены все-таки больше. Прям хорошо, такой патриотизм дали. Может, нас и не закроют еще. Расскажите еще что-нибудь в этом духе. Про патриотизм? Нет, про эту штуку. Слоган давай. Андрей, вопрос. Ну как вам? У меня вопрос, Андрей. Да. А вы встречали людей, у которых этого абсолютно нету? Да многие скрывают просто. Скрывают? Конечно. А вот там как каждому скрыть? Верить нельзя. Как скрыть, если нету? Как притвориться, что будто бы она есть? Иногда человек владеет этим незаметно для себя. Как это? Ты не подозреваешь, что она есть у него? Нет, подозреваем мы с самого рождения. Вот скажите, Андрей, конкретный вопрос. У футболистов у наших она есть? У каких моих? У ваших наших. Футболистов. У ваших футболистов наших. Есть и у наших? У ваших. У наших. У хоккеистов скорее. У хоккеистов есть, да? Понятно. Ну я плохо в футболе разбираюсь, правда, тут уже не специалист. Да. Я в рекламе разбираюсь нормально, а в футболе... Да. Ну, у хоккеистов есть, да. Андрей, ну вы догадываетесь, что у нас там? Да я знаю, господи. Ну, говорите тогда. Не скажу. У вас она есть? Ну, я, ну, правда, не лох. У вас вообще она есть, что вы нам не скажете и знаете? Скажите. Ну как, ну все видят. Хорошо, последний вопрос, Андрей. Давай, последний. Вот эта штука у вас есть. Так. Сколько у вас осталось? До какого срока вообще? Ну, вы понимаете, я не бедный человек. Ага. Я могу менять это по истечении срока давности. Хорошо. Познакомьтесь с ней. Она здесь. Андрей Васильев! Ну что ж, я прошу жюри срочно поставить оценки за конкурс «Реклама» номер 4 в нашей программе. Прошу вас. Спасибо. Ну что ж, Татьяна. Да, друзья, в предпоследнем раунде со счетом 10-5 победила команда «Свинкс», и она же побеждает в общем счете в четвертом раунде 33-27. Есть еще... опять ананас. Давай, ананас. Ну, а может, Лада вас понесет обоих? Итак, внимание, пятый раунд. Thank you.
Блестяще. Какая? Вот это этюд. Такая миниатюра, как поссорилась дружная шведская семья. Все вы знаете, дорогие друзья, что свинья не только самое умное и благородное животное, но еще и самое музыкальное. Да, действительно. Вспомните фильм «Бэйб». Помните, как в финале все поют и танцуют? Там австралийская свинья, у нас же... Ничего. Ну, а свинарка и пастух по-другому, что ли, заканчивается? У нас там вообще свадьба. Свадьба, понимаете? А то вы не знаете. Спокойной ночи, малыши. Свинью. Спокойной ночи, малыши, как чем ребенок, заканчивается? Честное слово. Ну. Спокойной ночи, малыши, чем заканчивается в конце? Что? Песней. Конечно. Конечно. Все поют. Все поют. И пляшут. Поэтому наш последний конкурс – песенно-танцевальный. Александр, какую песню мы будем исполнять сегодня? Сегодня как-никак Новый год. Старый. Ага. Старый Новый год. И, как вы знаете, у нас уже 5 лет назад закончились все народные песни. Так. Мы, как говорится, пошли уже по 5-му кругу. Единственное, что мы сделали, мы, конечно, бесконечно упростили стили. Если раньше мы их называли рок, транс, поп, вершин или еще как-то, то сейчас это просто 2 стиля. Кричалка и говорилка. А песня на сегодняшний день на речке, на том бережочке мыла Марусенька и так далее, и так далее. И мы вызываем на сцену для исполнения в первом стиле этой песни команду! Завис. Скачок напряжения. Понимаете? Как? Свинг, свинг, да, свинг. Я подхвачу. Команду! Свинг! Очень добрые друзья, на сцену, пожалуйста. Друзья, стиль кричалка. Пожалуйста, текстик. Текстик. Стиль кричалка. От этого стиля не требуется ничего, кроме крепких голосовых связок и маломальски попадания в ритм. Куплет будет просто слово «Марусенька» воплем. Понятно? Ну да. Понятно. Угу. Значит, давайте тогда разберем с вами куплетик. Он будет всего один. Там напечатано 2, второй не поем. Приготовились? Попадайте. Это потому что вы уже слышали, как я пою, вы меня убираете от второго куплета. Я вас не убираете. Как я вас убираете? Вы что? Дангборг, я не могу, вас убираете. Да. Ой, это сестра. Потому, вы это не фамилия меня такая. Убираете, потому что убирайте, я убираете, это фамилия. У вас есть этот текстик те? Текстик. Вот его и пойте. Хорошо. В микрофон те. Микрофон те? Да, вот тональность, да. Фадьез. Значит, приготовились и репетируем. А когда я говорю репетируем? Означает, что мы пытаемся попасть этими словами в эти ноты. А вы не подскажете нам, когда? Когда? Моргните, моргните. Прямо сегодня надо начинать. Сегодня? Прямо сегодня, да. Ну, послушайте. Мы так быстро не соображаем. Сделайте какой-нибудь. Смотрите. Движение. На речке, на речке, на том бережочке мыла Марусенька белые ножки. Понятно? Нет. Да. Плохо. Плохо. Окей. Значит, у зала большая просьба, когда они будут читать Марусенька. Неважно, нравится, не нравится. Не делайте. Делайте, делайте. Ну, репетировать не будем, получится, я уверен, с первого раза. Двери закройте, пожалуйста, на выходе, чтобы все-таки, знаете. Чтобы людей не сдувало. Людей, чтобы не сдувало. One, two, one, two, three!
Спасибо большое. Молодцы. Ребенок немножко испугался, но... Сейчас ребенок пойдет, скажет. Сейчас ребенок пойдет, скажет к маме. Мама, больше никогда так не делай. Да-да. Ну что ж...